Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости, будь ко мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни. Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила во славу во веки. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи, и ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне, да, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится. Так со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное то человеколюбие, поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Владимир, читай славу, пожалуйста. Тридцать шестой псалом. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень.
Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся. Уповающий же на Господа наследует землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю, и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника, и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивый обнажает меч и натягивает лук свой, чтобы не сложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние приводит вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как туп ангцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет займы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддержит его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным, и потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его благословения будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекает премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый посматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, он защита их во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на него уповают. Слава. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою. И избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста, восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Остав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, и припадая к стопам к Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть греховной смерти, но жалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня беспечно лежащего и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, спаси меня.
Владыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к тебе и по милосердию твоему принимаю за угодные тебе дела. Я молюсь тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня, веди в царство твое вечное. Ибо ты мой творец и источник, и податель всякого блага. На тебя вся моя надежда, я возношу тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостоен меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий дулы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведущий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания, Твоего утворим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здесь неземной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу сдать каждому по делам Его. Да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Ему, и непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить мне все посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, выведи на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, если чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он твердил меня в страхе своем, осадил меня рабу, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, с святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца, помраченного ума моего. Погаси пламень страстей моих, ибо я нищий слаб, избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречистое имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога мне, святые угодники Божии, ибо я усердно к вам прибегаю, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста твоего, церковь твою. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан. Подай Твои земные небесные блага. Не лиши милости Твоих, посети их, укрепи силы Твои, дар им здравия, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все их грехи вольные и невольные, дар им Царствие Небесное. Со святыми покой, Христе, души рабов Твоих, праздных. А
отцов и братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слова, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно сравнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Игнат Тихонович, молитесь. Молите Бога, молите. Святую Воню Иисуса, Игнатия Владимир и всех, кто здесь есть, ибо мы сердно к вам прибегаем, скорым помощником и заступником на душах наших. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, Господи, за прошедшую ночь сию, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить дарованные Тобой таланты. И для сего пошли нам, Господи, добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас от всякого рода зла и греха и в этот день. И защити нас и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там Андрея и Игоря, Игоря Серафима, Владимира, обрати их к себе, дай ему веру. Благослови Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея и Иосифа. И пришли добрые жители, если угодно тебе, с детьми, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадину, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину, расширь делу общих. Как угодно тебе, Господи, поступи. Научи все принимать с благодарением. Возри на угрозы, на злодейство врагов наших. И в судный день не помяни их безумие. Дай им страх Твой святой. Освободи их от оков вражеских. Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея. Их всех знают, Господи. И благослови наших благодетелей. Наставь на путь истины. Помилуй их, Господи. Елену, Людмилу, Неонилу, Евгения, Наталью, Надежду, Юрию. Будь милостив к нам, Владыка. Посети все наше родство. Даруй всем веру. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию и Татьяну. Путешествующих, Раису, Льва, Виталия, Виктора. Спаси и помилуй. И от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Господи, посети болящих, дай силу перенести страдания. И даруй им здравие, как угодно воле Твоей святой, Валерия, Илариона, Кирилла, Владимир, Надежда, Софию Анастасию, Татьяна, 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 Валентина, Валентина, Анна. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни. Благодарю Тебя за друзей и за врагов. Ибо все в свое время окажется на пользу. Слава Тебе! Защити наше сокровище здесь, в интернете, и книги, пути, и здесь, для пользы людей. И благослови трудящихся. Имей
Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Валентина, Дмитрия, Виталия. И Романа избавь от духа лжи, от ожесточения сердца, не дай ему погибнуть. Возвратись с миром, братья наши. Благослови Виталия, Никиту, дари духовное рождение всем. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона, Алексея. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Будь милости к нам, Владыка. Пощади наследие твое. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, благослови Надежду, Валентину, Евгения, Романа, Рахиль, Ездру, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Сергея, Сергея, Александра, Александра, ты всех знаешь, с кем мы познакомились, кому вознесили слово истины. Спаси, Господи, и помилуй болящую Надежду, Алевтину. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышнему Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Господи, благодарю Тебя за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Прости меня, Боги. Прости мои согрешения тайные и явные, в уме и в помышлении, в годне и в ночи, и во все дни жизни моей, ибо Ты благо человеколюбишь. Благодарю за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, на каноны Церкви. Воздай вечности милости всем трудившимся над моей душой и возрастанием ее в Тебе, Марии, Стефана, Александра, Михаила и Анны. Воздай им добром и благослови всех, помогавших нам в путешествии. Павла, Зинаиду, Владимира, Надежда, Людмила. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, покроем опором любви твоей. Добрый мой ангел-хранитель, благодарю Тебя. Столько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным. И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И каждому дару жилье, Сергей Гавриил. Научи никогда никому не завидовать, не роптать и быть экономным во всем. Не устремляйся по стихиям мира угождать людям, не знающим Тебя, но угождать Тебе, Христу, Богу нашему, искупившему нас Голгофской жертвой. Слава Тебе за страдания Твои, Христе Боже наш. Слава Тебе. Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, образ крутости воздержания, добрый архипастырь, словесный повес, моли Бога о нас. Ступи за нас, Господь, перед Господом. Не по делам нашим да поступит Господь, но по своей любви, благотерпению и воле.
Молите Бога на святых пророки Божии Илья, Елисей, Нох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, с отделами в Духе Святом, с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие. Вы, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание и жить по нему. Ибо Писание свидетельствует о Тебе, и через них мы думаем и жизнь вечную. Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики и мученицы, Нати Богоносец Поликарп Смирницкий, Юстин Философ, Космая Дамиян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир Вениамин Иосиф. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания звери. Анфиму Вениамину дай веру, Господи, устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Премсерин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да сохранит нас Господь в святой православной вере. А замыслы еретиков разрушь и в ничто преврати. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матери София. Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна Устина. Молите Бога о нас. Надарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Господи, исправь непокоривость Галины, семейства и Евгении, Надежды, Надежды, Светланы, Людмилы и Анны. Прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятно перед престолом благодати Твоей, Господи. Дивный наш любящий Отец Небесный, мы просим, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий и преславный, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Господи, услыши и исполни нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Посети плененных, терзаемых и убиваемых в психиатрических темницах насильно заключенных. Укрепи их, Господи, дабы никто не отрекся от Тебя. Дай им силу доброму переходу к Тебе в вечность. Укрепи. Сколько детей погибает каждый день. Коснись сердца правителей.
Умягчи его, дай им страх, Пресвятой, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Ардагена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Господи, научи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за суды Твои, за истину Твою, за святое Слово Твое. Благослови патриарха, епископов, священников и паству, и даруй всем духовное рождение свыше и водительство Духом Святым. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Защити это место, дабы чуждые не могли и приблизиться к нему. Благодарю Тебя за этот угол, где мы можем молиться. Ты даровал это жилье нам по милосердию Твоему. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благослови наследие Твое, Господи, чтобы мы были действительно городом на вершине горы. Побуди всех на благовестие, вразуми и наставь. Прибудь с нами, Владыка. Научи нас ценить это мирное, доброе время. С какой тоской вспоминают люди, когда все это уходит. Слава Тебе. Боже, милостью будь мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного. И помилуй. Достойно есть, якого истину блажите Тебе, Богородицу, Преснобоженную, Пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшего Херувима, славнейшего истину Серафим, без исцеления Бога Слово родившую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, силы честного же творящего Христа, святых ангелов наших, хранителей всех ради святых, помилуй, спаси нас, ибо Ты благ и человеколюбец. Аминь. Без крестного знамения земной поклон. Боже, милостив будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного. Аминь. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и серебролюбия не дашь мне. Дух же целомудрие, смиренно мудрее, терпение и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, я же не осуждать и брата моего, яко благословен неси во веки веков. Аминь. Здесь, на этой молитве, всего 16 поклонов, и все земные, а в церкви отменили. Это неправильно. Сейчас я не могу, у меня позвоночник свернутый там. 12 поклонов сделать земных. А потом еще один завершающий. Боже, очисти меня грешного. Боже, будь милостив ко мне. Господи, не по делам моим поступи со мною, по милосердию Твоему. Господи, очисти душу от всего, что не угодно Тебе. Помоги с радостью окончить этот пост и встретить Пасху Христову. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Дивные дела Твои, Господи, благодарю Тебя.
Слава Тебе за прошедшую ночь. Благодарю Тебя, Владыка. Помоги прожить этот день под Твоим покровом. День, которого никогда еще не было во Вселенной. И мы не знаем достоверно, что нас ожидает. Но научи доверяться Тебе и благодарить Тебя. Аллилуйя. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия и серебролюбия, не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрее, терпение и любви даруй мне рабу Твоему. И, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, еже не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Говори, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро. Кто из вас знает журналиста, телеведущего, звать его Шахматов Алексей? Кто-то знает его? Вы можете зарядить Шахматов Алексей и рядом поставить Владимир Головин. Или... Интервью он у него берет 2 часа. Или Шахматов Алексей и Ткачев Андрей. Там увидите, как он к нему приехал. Вячеслав Семенов писал ему обо мне. И он пожелал встретиться, но далековато, по скайпу. Видимо, встреча будет, если будет. Воскресенье он назначает. Я прошу всех помолиться. Он человек открыто говорит, что ну такая вера-то. Себя и православным-то он говорит, не считаю. Но старается по правде жить. И видите, как он нашел этих людей, которые стараются уничтожить. И собирает 100 тысяч подписей. Лайков, как говорят. Мне нравится мне это слово, как собачий лайк какой-то. Лайков. И говорит, прошу, можете зарядить. Алексей Шахматов и письмо, кажется, называется. Он написал письмо. Я прослушал. Он его зачитывает на Красной площади. Позади виден собор Василия Блаженного. Видите, какой ракурс избрал. И он пытается добиться, чтобы письмо не у секретаря было. Обошло всех этих чиновников, а прямо попало к патриарху Кириллу. Он его, ваше святейшее святейшество, вот, все называет, как по чину, как надо. Ну, видно, что не спившийся. Трезвое у него рассуждение и взгляд такой пронзительный. Ну, подбритый там все это, то проще я не беру. Он с отцом Владимиром беседует, весь наколотый, там руки. Но дело-то сейчас не в этом. Что если человек из мира, как он и себя называет, его это тревожит обстановка, то как же нас-то оно может не тревожить-то? Этот человек может быть на суде, говорит, восстанет царица Савская на суде Божьем. Она, говорит, такую даль шла, та ехала. Трудом добиралась. Какой транспорт-то был? А вот среди вас сам Господь пришел, Христос говорит. И вы не интересуетесь, не знаете. Ну вот, если Господь устроит эту встречу, чтобы она была для пользы.
Мне эта встреча так бы как бы и ничего она уже не даст, но все равно интересно сказать, поговорить. Раз он много так встречается, как журналист, и какое-то там у него там, я не знаю, канал или общество называется, тоже «Шахматы по Алексею», так и называется. Вот. Ну, точно надо молиться, чтобы Бог, Господь Духом Святым управил все, как должно быть. Я не знаю ни о чем, что он будет говорить, спрашивать, ну, чтобы Господь управил. Какая? Мне от него корысти никакой нету. Добавить он мне ничего не может в этом состоянии. Я посмотрел, и я к нему не расположен был, когда он говорил. Но гляжу, какие он вопросы задает и как отвечает. Ну, я стал как-то размягчаться по отношению к нему. Я не люблю вот это вот наколотое, когда бреется, подбревает. Но он поставил задачу собрать подписи и вернуть, как бы повлиять на патриарха. Ну, в церкви каноны есть. Каноны. И мысль у него это добрая, видно, он неравнодушный. Но, а вы где-то лайки ставили, меня спрашивают, никогда нигде ни одного не ставил и не ставлю. Это никакой роли не играет. Я молюсь. Молюсь, у меня мое оружие, вот оно, оружие четки. Не меньше 7-кратно в день. Сейчас я с чат-рулеткой вожусь. Уже 200 с лишним роликов составлено за полтора месяца. Сергей Козлов, Царство ему небесное, он побудил. Я не знал про эту яму. Невозможно. Как не смотришь, все равно что-то промелькнет. Сейчас написали, в трех роликах обнаружили там кадр. Ну, допустим, длится 1 или 2 секунды. Половые органы показывают, совокупляются. А я один записываю, считаю и должен смотреть. А там кадры мелькают. Бывает не доля секунды только. Человек появился еще, они видят, что я с бородой молюсь, и они в обморок падают все. И если бы второй сидел где-то рядом, как Володя, он сразу раз и выключает. Тогда я в администрацию ролик скидываю и говорю, концовку там посмотрите, несколько секунд обрезать надо. Ну, обрезать. Вот. И вот вчера только есть люди, которые стараются помочь, чтобы к нам претензий не было, дескать, ролики-то смотрят и дети. Я еще могу сказать. Ну, у них-то там смотрят тысячи людей. А у нас-то кого зайдет? Я говорю про рулетку. На меня, которые накладывали эпитемию, называют, закрыли, забанили. Вот. Вчера в 8 вечера снято. То есть у них сколько положено? 15 дней-то. Ну, это вполне сходно. Все закончилось. И главное, на глазах показаны часы, минуты, секунды. И как они убывают, убывают денно и ночно. И ты видишь. Это хорошо придумали. Вот это изобрел Андрей Терновский, мальчишка, 17-летний двоечник. Он говорит, я на одни двойки учился там. Ну и когда смотришь на это и думаешь, так-то как бы кажется, что такое? Ну, и в этом надо усмотреть что-то доброе. Они блудники, прелюбодеи, тут голая половина. Они собрались в одно место, в другом месте, а в это время они нет. Они и спят тут, и все время едят, и пьют, едят, и пьют. Даже разговаривает и все время, и какой-то дым, там, кальяны эти, дым, наркотический, конечно. Все, курит и... Другой не курит, начнешь разговаривать, а я атеист, я безбожник. Ну, кое-что вот говорил, я нашел уже несколько человек, которые уже, ну, желают выйти ближе, познакомиться. И о церкви можно поговорить. Тоже надо как-то бы помолиться, чтобы мне дал Бог терпение. У меня же желания нет там. Я как не следила, проскальзывает, это мне будет вредно. Вредно, может администрация придраться. Чтобы как-то Господь отвел, я сразу в администрацию сообщаю эти ролики убрать, обработать и потом поставить. Отрезать там, может быть, 1,5 секунды, 1 секунду. Вот если... Что-то такое показывает где-то, нужды никакой нету. А вот в Ютубе они смотрят за этим.
А мне там сейчас рулетки тут открыли новый канал. Сергей помог Евтушенко. Спасибо, Христос. И получается, что у меня теперь два канала. Если бы кто-то тут у меня был, Володя, он уходит, тогда бы больше могли сделать. Я молюсь, псалтырь считаю. Мы многое меняем в тактике. И Евангелие. Если вижу, человек долго сидит, тогда я прекращаю читать и сажусь и спрашиваю, хотите что-то узнать? Но бывает разговор. Только сразу прошу, не ругайтесь, иначе я должен отключить, а это место вырезать. Еще не только. Я на слух-то отключаю их. Один когда был, нормально. А вот глазами-то глядеть, что они в это время. Вчера один. Нормально все. Я глаза поднимаю. Ну, чистый экран, комната, никого нету. Я считаю Евангелие. И вдруг выскакивает парень, совершенно голый. Ни ниточки ни одной нету ни него. И, ну, у него ничего больше нету. Он вот трясет своими кошелями. И сразу скрылся опять за стенку. Ну, что сказать на это? Это у меня в лагере было так. Мальчишка один, туповатый, он такой и вырос дальше. Ну, не за всеми не усмотришь. Келья – это строение, в котором дети жили. Он девочку завел туда. Она ему понравилась, ему он охота выделиться, а нечем. Он сразу показал писю ей. Ну, а та непонятно, как отреагировала, побежала маме похвалиться. Ну, а мама мне доложила. А я говорю, а что он покажет? У него больше ничего и нету. Стихотворения ни одного не знает, рисовать не умеет. На турнике слабо, он, бывает, крутился бы хоть как-то, а то никак. Ну, вот такое уже с детства есть. Стыдливости нету. У меня уже есть опыт. Примерно половина людей, или они делают имитацию полового совокупления, хватается за половые органы, или прямо показывает, или прямо открыто совокупляются голые, прямо голые совершенно. Вот. Это половина почти, и голые люди. До пояса там голый мужчина, показывает, что он готовый, он может, у него силы хватит. И тут понятно все. Спрашиваю, вы зачем здесь в рулетке? Девчонки так одеты. Да вот познакомиться с кем? Давайте знакомиться, я вам о Боге расскажу. Это вот я говорю, чтобы знали, вы вот чем занимаетесь. А мне Господь позволил, представляете, что иногда ролик час, ну гигабайт, 700, не меньше 700 мегабайт нету. Это не один, не два, уже 200 роликов составлено. И они выставляются у меня ежедневно по два. И люди находят в них для себя что-то. Я не знаю, у меня как-то уже желания нету тут быть. Такая срамота и все время, ну, прямо говорить даже не о чем. Разговариваешь, а я атеист, а другая, я сатанистка. Верующих один, может быть, на тысячу, которые через меня проходят. Как-то бы Господь сохранил здесь. Думаю, надо еще, а в душе уже неохота. Столько скверны здесь. Какая-то тяжесть невыносимая. Ну вот я высказал свои нужды, потребности помолиться. С Алексеем Шахматом встретиться и прощать рулетку. Я тут уже застрял. Полтора месяца – это срок хороший. И очень продуктивно, даже не верят, что 200 роликов с лишним – это чего-то стоит. Итак, до свидания. Кто тут был? Роман? Все, отхожу.